Об этом сообщил губернатор Вениамин Кондратьев. Глава региона провел расширенное планерное совещание. Одним из основных вопросов повестки дня было социально-экономическое развитие региона. Как отметил Вениамин Кондратьев, в итоге первого полугодия хороший рост отмечен во всех отраслях экономики. Но есть муниципалитеты, которые пополняют свои бюджеты с трудом. Их результаты ниже среднекраевых. Такую ситуацию нужно менять. Стагнация, остановка или приостановка темпов роста, она грозит тем, что как и самолет, он может свалиться в пике. Вот поэтому здесь мы не можем допустить того, чтобы скорость или темпы роста экономики определенных муниципалитетов замедлялись, потому что это тревожный сигнал. Поэтому давайте еще раз посмотрим, коллеги, на тех, кто делает экономику в ваших муниципальных образованиях. Я хочу напомнить, что в этом году мы будем поощрять муниципалитеты с высокой финансовой дисциплиной и хорошими показателями в экономике. Экономический рост присутствует во всех муниципальных образованиях. Но я бы хотел, чтобы он ни в коем случае не заметился. Ни в коем случае. Также на планерном совещании обсудили промежуточные итоги жатвы. Край снова собрал рекордный урожай зерновых.